$9 225 734. Именно такая сумма сейчас является официальной в призовом фонде главного события года в мире второй доты The International 2014. В начале продаж компендиума мало кто мог подумать, что сообщество сможет собрать аж 6 миллионов призовых, однако достаточно быстро оно справилось с этой задачей, и Valve вынуждены были придумать новые планки, которые доходят до 10 миллионов. Вчера была взята 20-я планка, которая находится на отметке 9 200 000, и уже буквально за одну ночь фанаты смогли пополнить эту сумму почти на 26 тысяч. Теперь разработчикам придется напрячься еще больше, так как им все же предстоит добавить в игру новые модельки мегакрипов. Если раньше после анонса бараков они только увеличивались в размерах, то вскоре они будут выглядеть совсем иначе. Несмотря на то, что турнир уже на носу, темпы роста призового фонда все еще достаточно внушительные, всего 2 800 тысяч осталось до момента, когда второй раз начало продаж планка. Планки вновь закончатся. Киберспортивный июль 2014 года обещает быть жарким не только для поклонников второй доты. На QuakeCon 2014 по Quake Live будет проведено как минимум 2 профессиональных турнира. Мейн-ивентом, конечно же, станет дуэльный турнир, где смогут принять участие аж 32 игрока. Общий призовой фонд Intel Quake Live Duel Masters Invitational Championship составит $20 000 США. Система проведения включит в себя групповой этап, 8 групп по 4 игрока Best of 3 и плей-офф стадию Single Elimination в формате Best of 5. В качестве командной дисциплины был выбран CTF или Capture the Flag. Общий призовой фонд PS Park Picker Quake Live Capture the Flag Open составит также $20 000, две из которых будут разыграны в специальном шоу-турнире. Участие смогут принять 16 команд по 4 игрока в каждой. QuakeCon 2014 пройдет с 17 по 20 июля в Далласе, США, штат Техас. Компания MTGx объявила об открытии нового международного онлайн-канала WeAgame, посвященного компьютерным играм и киберспорту. WeAgame предоставляет высококачественные прямые трансляции и записи матчей киберспорта по всему миру и отмечает свой старт эксклюзивной трансляции самого большого в мире турнира Hearthstone. Сайт представлен в режиме открытой беты. WeAgame – это интернет-страница, энтузиаст киберспорта, которая предлагает глобальной аудитории трансляции лучшего контента в сфере компьютерных игр. Фокус канала будет направлен на материал премиум-класса прямых трансляций и записи матчей от крупнейших в мире лиг киберспорта, а также первоклассные ток-шоу и интервью со звездами. Чтобы отметить старт проекта, WeAgame предлагает эксклюзивную трансляцию крупнейшего в мире турнира Hearthstone в прямом эфире с фестиваля DreamHack Summer. Домашняя страница WeAgame доступна по адресу www.weagame.com. Также WeAgame можно бесплатно приобрести в виде приложения на планшетных компьютерах и смартфонов, что позволяет смотреть трансляции, так скажем, на ходу. В данный момент продукт предоставлен в режиме открытой бета-версии, но разработки непрерывно продолжаются, и уже к осени 2014 года компания обещает множество улучшений и дополнительных функций для своих пользователей. Вслед за дебютным трейлером PS4 версии GTA 5, который показали во время E3 конференции Sony, Rockstar Games опубликовала долгожданный анонс улучшенной версии экшена для ПК, Xbox One и PlayStation 4. Основные изменения коснутся графической составляющей GTA 5. Разработчики обещают более четкие текстуры, увеличенную дальность прорисовки, а также поддержку высоких разрешений. Также были доработаны погодные эффекты и улучшена система передвижения автомобилей. В улучшенной версии GTA Online изначально будет доступен весь дополнительный контент, который уже выпустили для Xbox 360 и PlayStation 3, включая новое оружие, транспортное средство, недвижимость и новые миссии. Кроме того, игроки смогут перенести свои текущие профили в Next Gen версию GTA Online, сохранив весь прогресс. Наконец, обладатели ПК получат доступ к встроенному видеоредактору, позволяющему создавать свои собственные фильмы на движке GTA 5. Улучшенная версия GTA 5 выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4 осенью 2014 года. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока. We'll be right back.